Да, братик, что у вас? Да пизда там, братулец, ебать, это вообще какое-то казино подпольное, блядь. Построения не было, вызвали всех, ну дождь был, понял? Угу. Короче, вот это они 2 часа почти там сидели, понял? Ну 1:40, ебать. Короче, присягу принимают все. Все. Не принимают только те, кто давал присягу Советскому Союзу. Все. Угу. И не ебет. Козырь сказал, что я вас заставлять не буду, нахуй. Сдавай оружие, сдавай форму, нахуй. И пиздуй к хуям. У тебя 4 часа, блядь. Я подаю в Сочи, дальше разбирайся сам. Типа, ты мобилизирован. Короче, по факту, как тут все пришли к выводу о том, что это их косяк был, то, что мы не делали этот момент, когда получали оружие. Все. Говорит, это не обсуждается. Говорит, или нахуй по этапу пойдете, там будут судить по гражданскому, типа, что ты откосил от мобилизации, блядь. То есть, если ты съебешься сейчас, угу, если ты отваливать начнешь, если тебя примут, то тебя будут не по трибуналу ебашить, а ты пойдешь, ну, как это называется, скажи мне, блядь, ну... Типа как по гражданскому это, по уголовному кодексу пойдешь. Сука, знал бы, я лучше на контракт пошел бы дома, нахуй, ебать, блядь. А я б лучше вообще б не шел. Уже, блядь, на континенте, нахуй, люди гуляют, пьют пиво, блядь. Ну парк, да, это парк Щербакова, я тоже слышал. Парк Щербакова кишит, вся хуйня, все нормально. Да, есть... и похуй, никто никому ничего, да, нахуй не сделает, да, ебать, блядь. Даже кто дома остался, нахуй, не пошел. Да, да. Вот это, братан, обидно, ебать. Ну то, что, блядь, кричали, нахуй, блядь. Ну, либо, блядь, тюрьма, либо, блядь, штраф, нахуй. Да. Какая пизду, нахуй? Я говорю, за это нихуя ничего не будет, ебать. Нас наебали, вот. И нас по поводу... долбоебов сюда кинули, нахуй. Теперь, блядь, боятся, не дай бог, если нас сейчас ротируют домой хотя бы на неделю. Ну, не на неделю, а хотя бы на пару суток, ебать. Ну, грубо говоря, позволительного. Тут останется с 450 человек, нахуй, останется, блядь, 200, которые просто будут за деньгами сидеть, за деньги.